негізі жоқ қарамадым өте кетті сосын девушка выходи я так как он весь дым там не может. Что вы стоите? Выходите на улицу! Вот это запасной ход, они используют его под помещением, склад. Он должен быть открыт здесь. Вот это нарушение, для чего это сделано? Да, сейчас подождите. Вышли бы, сейчас, ага, подождите. Да как она выйдет? Там уже задохнулся может. Она не сможет по лестнице пройти в дом. Не, я видел, просто взорвался, а мы слышали в Ваньке, когда только что горел этот бензовоз. Потом бензинил с этого бензовоза, с этим мотоком, полетел вот в ту сторону, тоже горело, на Риксис тоже. И внизу тоже горело. И потом на машине перекинулись, в магазин тоже этот спорт мастер. Люди не пострадали, не видно? Нет, люди не пострадали, по-моему. Машина ехала вот оттуда сверху вниз, и об это дерево, вот первое дерево, вот видите, вон стукнулось об этот удар, удар сильный был, потом об второе, об третье, об четвертое, и вот так вот об ту машину она ударилась, и вот об это дерево стукнулось сильно. И оттуда бензин полился, вот по реке она вот туда вниз, и через несколько минут, через почти 2 минуты, наверное, вспыхнул. Да ничего, он квартира моя. Все, все, понимаем, конечно. Понимаем. Ваше здоровье. Водитель, наверное, умер, да? Не знаю, он сильный удар был. Раз, два, три удара был. Палатка сейчас будет стоять с питанием и с едой. Значит, все туда. Пойдите, ладно, самый...